Проект «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению или энергоэффективность в школах» — это модернизация зданий, внедрение новых технологий, использование возобновляемых источников энергии, а также территориально ориентированный подход к формированию сознания по энергосбережению в учреждениях образования Республики Беларусь. Проект финансируется Евросоюзом, исполняющей организацией является Организация Объединенных Наций, а Национальное исполняющее агентство – Департамент по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь. Данный проект демонстрирует эффективность по энергосбережению на демонстрационных площадках в учреждениях образования Беларуси. В нашем городе таким объектом по итогам конкурса стал Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева. Необходимо отметить, что отбор для участия в этом конкурсе был очень-очень серьезный. И в результате такой кропотливой работы, анализа состояния объектов и возможностей внедрения этих новых технологий, потому что хотелось бы, чтобы весь комплекс новых технологий был внедрен на одном объекте. Реализовывая этот проект, мы все учимся, начиная от проектировщика и заканчивая подрядчиком. Было очень много вопросов технических, даже технических вопросов, которые надо было решать коллегиально в процессе реализации этого проекта. Здесь можно говорить о том, что колледж далеко шагнул вперед по сравнению с остальными объектами, благодаря тому, что с самого первого момента начала реализации этого проекта работали все вместе. Зданию Государственного профессионально-технического колледжа машиностроения имени Шмырева более полувека. Поэтому капитальному ремонту и модернизации в реализации проекта придается очень большое значение. Работы проводятся в трех блоках – учебном, производственном и общественно-бытовом. Предусмотрена их полная термореновация. Она включает в себя целый комплекс мероприятий. Замену деревянных оконных рам и витражей на окна ПВХ, утепление дверных проемов, цоколя и многое другое. Большие изменения запланированы в устройстве вентиляции. В здании будет установлена приточно-вытяжная система рекуперации тепла воздуха. А установлена на крыше здания гелиоколлектор с накопительными баками на 2000 литров позволит полностью удовлетворить потребности колледжа в горячей воде. Начало было объекта в ноябре. На 1 февраля, в принципе, освоено 90% всех денежных капитальных вложений. В ходе реализации проекта возникло дополнительно очень много работ, в том числе в связи с тем, что фасады поменялись, намного красивее стали, но в пределах проекта дополнительно еще возникло потребность в дальнейшей отделке внутренних помещений. То есть это полностью было реконструировано столовая. В принципе, укладка новых полов, потолков, плитки положены, оборудование заменено. И та же самая в классах учебных и переходы внутри колледжа. На сегодняшний день реализация проекта практически в нормативные сроки мы уложились. Ну и, в принципе, видите сами на сегодняшний день, какой у нас колледж превратился в нормальное цветущее заведение. Хотя ремонт и модернизация пилотного объекта еще продолжаются, но результат его эффективности уже очевиден. В помещениях колледжа стало намного теплее и комфортнее. И вы уже видите, сколько здесь мероприятий реализовано. И чувствуете, в каких комфортных условиях находятся люди. Я уверен, что реализация проекта, который представлен на этом объекте, позволит другим учебным заведениям Витебской области пойти по этому опыту и массово тиражировать те технологии, которые у нас здесь представлены. Во многом благодаря высокой организованности всех участников проекта и комплексному подходу к финансированию, ремонт и модернизация здания реализуются согласно установленным проектам срокам. Флагманом компании и настоящим прорывом АвтоВАЗа
называют новую «Лада Веста», и уже нашумевшая в России модель была презентована в прошедшую пятницу в городе Витебске. Мультибрендовый автосалон «Витебск Автосити» собрал клиентов и автомобилистов с целью рассказать и показать преимущества «Весты». Автомобиль получился очень ярким, очень интересным, и российский автопром удивил всех гостей. Качество сборки автомобиля радует. Отделка салона очень качественная. Рулится автомобиль просто изумительно. Дизайн яркий, дерзкий. Все на уровне. И этот автомобиль действительно станет одним из конкурентов в B-классе европейским брендом. В автоцентре заверили, возникнут технические вопросы, владельцам нового авто есть куда обратиться. Станция технического обслуживания сертифицирована на 34 автомобильных бренда, среди которых присутствует и бренд «Лада». И, конечно, самой приятной особенностью новой «Веста» остается ее цена. Она в зависимости от комплектации на «Витебск Автосити» колеблется от 155 до 170 миллионов рублей. При этом покупка автомобиля возможна как в лизинг, так и в кредит. На сегодняшний день автоцентр является единственным областным официальным дилером «Лада», продающим данную модель.